как быть? Служа делам богоугодным, я в безвозмездности тону. Не модно нынче благородство, вознаграждений я не жду. Мне искренняя благодарность нужна, как птице небеса. Я намерения благие из сердца вычерпал до дна. Как быть, когда душа в смятении, взобравшись на огромный трон, взяв в руки все бразды правления и искушения корон, желая власти бесконечной, в деяниях выбор есть всегда, в одной руке жезл искушения, в другой держава, и душа, изображая вид степенный, не опустив свои глаза за золотую диадему, себя безвольно продала. И прослезится день росою, и звон колоколов в покое душу не оставит, издав смиренный вздох. Колокола есть совесть духа, душа — его же дочь. Колокола звонят повсюду и лечат нашу плоть. С креста, промчавшись над землею, вняв разом всем людским мольбам, кого простят, кого утешат, кого проводят в Божий храм. Периодичность в этом мире закономерна везде, во всем. Как путь земной пройти достойно, я понимаю лишь потом, когда раздастся гром небесный. Гроза на то и есть гроза, чтоб в отблесках ударов молний очистилась моя душа. Как знать, быть может, я сумею меж двух огней найти врата. Коль хватит духу, я посмею решиться раз и навсегда служить делам богоугодным и в безвозмездности тонуть. Как хочется быть благородным и с чистой совестью уснуть.